Всем привет! Вы на канале Бисквит. Делюсь идеей шуточных кейк-попсов на День смеха. На День смеха принято шутить. Ловите идею вкусных шоколадно-ореховых кейк-попсов в виде брюссельской капусты, а также идеи розыгрыша. А на видео смотрите до конца. Для бисквита смешайте 120 грамм сахара, 80 грамм муки, 8 грамм разрыхлителя, щепотку соли, 20 грамм крахмала и 30 грамм какао. Добавьте 1 яйцо, 100 мл молока и 60 грамм растительного масла. Перемешайте. В тесто вмешайте 40 грамм измельченного арахиса. Если у вас нет блендера или кофемолки, то по ссылке в описании можно посмотреть, как легко и быстро измельчить орехи без них. Приложите тесто в любую емкость, подходящую для микроволновки. У меня стеклянная форма 22 на 14 сантиметров. Выпекайте в микроволновке 6 минут при мощности 800 Вт. Готовый бисквит остудите, а затем измельчите его. Для крема взбейте 100 грамм размягченного сливочного масла и 100 грамм сгущенного молока. При взбивании крем должен немного посветлеть и стать пышным. Смешайте масляный крем с бисквитной крошкой в однородную массу. Из полученной массы скатайте шарики. У меня каждый весом 30 грамм. Всего получилось 22 штуки. Для глазури смешайте 200 грамм белого шоколада, немного жирорастворимого красителя и 20 грамм растительного масла. Растопите шоколад. Подробное видео, как растопить шоколад для глазури, можно увидеть по ссылке. Собираем кейк-попса. Окуните кончик палочки в глазурь и вкручивающим движением вставьте бисквитный шарик. Уберите в морозилку на 20 минут. Холодные кейк-попсы окуните в шоколадную глазурь. Лишнюю стряхните. Глазурь на холодных кейк-попсах начинает застывать быстро. Некоторые кейк-попсы можно дополнительно украсить посыпкой или цветным сахаром. Как легко сделать цветной сахар, можно посмотреть по ссылке в описании. Кристаллики сахара красиво искрятся под лучами света, а также скрывают неровности глазури. Помимо зеленого сахара, использую также и перламутровый. А для того, чтобы сделать кейк-попсы в виде брюссельской капусты, раскатайте кусочек пластичного шоколада. Вырежьте из него лист неровной формы. Истончите края пальцем или стеком. Из кусочка более светлого зеленого пластичного шоколада сделайте прожилки. Как сделать пластичный шоколад, смотрите по ссылке в описании. Раскатайте кусочек шоколада с одного края тоньше. Приложите по центру листа. Вдавите в лист. Выдавите прожилки на листе. Заполните прожилки полосочками светлого шоколада. Готовый лист оберните вокруг кейк-попса. Он может быть как в глазури, так и без.
сделайте еще 2-3 листа и крепите их внахлёст друг на друга. В качестве розыгрыша вместо кейк-попса возьмите брюссельскую капусту. Окуните в глазурь. Капуста обязательно должна быть холодной. Стряхните лишнюю глазурь и дайте ей немного схватиться. Окуните в глазурь второй раз, чтобы шарик стал более похож на кейк-попс. Задекорируйте посыпкой или сахаром. Уберите все кейк-попсы в холодильник примерно на 1 час. Кейк-попс – это пирожное на палочке. Напоминает нашу любимую картошку в необычном формате. Эти кейк-попсы вкусные, насыщенно шоколадные, с орехами, покрытые шоколадной глазурью и украшенные искрящимся цветным сахаром. Их можно приготовить на любой праздник, ведь они нравятся и детям, и взрослым. А на День смеха сделайте шуточные кейк-попсы в виде брюссельской капусты и разыграйте кого-нибудь капустой, спрятанной в кейк-попс. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Готовьте вместе со мной и всем пока!